знаете, что больше всего ценно в лошади? Не то, что она там умеет какие-то укладки, какие-то кранчи, реверансы и так далее. То, когда она послушная, когда она в руках, дает делать все манипуляции. Когда ты ей сказал, например, команду «стоять», она стоит тебя и ждет, пока ты соберешь все свои шмотки, которые принес. Лошадь стоит спокойно и ждет, пока ее не позовут. Кок, пошли. Иди сюда. Молодец, пойдем. Только по команде лошадь должна все выполнять, а не сама. А еще мне нравится, когда лошади не попрошайничают. Когда они тебя не трясут, как липку, чтобы вытрясти из тебя все вкусняшки. Когда лошадь просто стоит и ждет, когда ее угостят. Вот сейчас мы угостим. Видите, я даже залезла в карман сейчас. Карман. Лошадь только посматривает. И ждет, когда я ее угощу. Держу вкусняху. Вот бублик. Вот он бублик. Бублик. Она любит бублики. И теперь я угощаю лошадку. Стоит спокойно, ожидает. Я все опять бросила. Опять мы все собираем. И топаем к выходу.